Краби – административный центр провинции Таиланда с одноименным названием. Здесь много людей, но все очень тайское, национальное и не европеизированное, что очень радует. За мной очень грязная речка. Сейчас были потопы, разливы, поэтому, видимо, все или посмывало туда. Ну, не знаю, она просто коричневая. И я гуляю по Краби. Сейчас я захожу в лес мангровых деревьев в Краби. Мангровые деревья – это такие деревья, которые могут жить в соленой воде. Вот они. Здесь такая тропа, проложена на... Как растут мангровые деревья. Они стелят корни во все направления. Отлив. В храме тигра ищу лестницу на гору. Здесь начинается мой путь на гору. 1237 ступенек. Никого нету, включает тигренок. Здорово! Ну, мы начинаем подъем. Доброе утро, Будда. Как говорится, погнали. Вот они, первые ступени. Первый подъемчик. Практически вертикальная ступень. Ой, вообще. Обезьяны же знали.
Разглядись. Разгляди, ребята. Тропа ощущения вырвались из легких. Но она там осталась. Thank you.